Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy A50. И сейчас я покажу вам, как помочь аккумулятору на вашем устройстве работать дольше. Итак, первое, что мы можем делать, это заряжать устройство в диапазоне от 20 до 80%. Также мы можем опустить вниз шторку и подключать здесь все ненужные нам функции, например, тот же Bluetooth, те же мобильные данные и так далее. Можем перейти в настройки. Здесь в настройках проходим в раздел «Обслуживание устройства» и выбираем «Батарея». Здесь у нас, во-первых, показывается использование с момента последней зарядки. Вот здесь мы можем с этим ознакомиться. Также здесь мы можем включить режим энергосбережения и настроить его, и тогда устройство будет дольше работать от аккумулятора. А также можем настроить ограничения в фоновом режиме. Во-первых, можем включить автоматический перевод в режим сна для редко используемых приложений. Также можем добавить вручную приложение в режим сна, и они тогда будут реже открываться в фоновом режиме. Вот, можем нажать на плюсик и выбрать приложение. Также можем добавить приложение в глубокий сон. Они вообще не будут работать в фоновом режиме. Вот. И также нажимаем на плюсик, добавляем приложение. И можем добавить приложения, которые не будут переходить в режим сна автоматически. Далее. Можем перейти в другие настройки аккумулятора. И здесь включить адаптивный режим аккумулятора. И тогда у нас будет ограничение потребления заряда аккумулятора для редко используемых приложений. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.